Всем привет! Маленькая такая посылочка, но очень мною ожидаемая, долго ожидаемая. Дошла достаточно быстро, около, наверное, дней 30. Это у нас флешка. Флешка непростая, золотая. Покупал ее на распродаже. Как говорится, я все продолжаю верить в чудеса, и поэтому решил прикупить такую флешку. Та-дам! Флешка... Тут, конечно, никаких наименований, ничего нету на самой блистере. Максим, ну видишь, папа снимает. А вот здесь вот маленькая такая приписочка, 128 гигабайт. Купил я эту флешку за $9. Конечно, если честно, ожидаю от нее вообще ничего не ожидаю. Потому что 128 гигабайт за 350 рублей, там чуть больше, чуть меньше. Бабах. Это, конечно, большая фантастика. Типа флешка от HP. Вот такой вот прикольный карабинчик у нее, конечно. Но вот V250W версии. Интересно, вообще делают такие флешки, нет? HP. Так что будем тестировать. Видео будет обязательно. Но еще, кстати, хотел бы на пару новостей сказать. Меня в комментариях просят уже видеообзор на Sega приставку, но пока не могу ее сделать. А почему? Потому что у меня сгорел телевизор, и ну, не могу я на чем таком хорошем сделать видеообзор, чтобы вам показать все ее достоинства, недостатки, да просто снять видеообзор. И... Подожди, Максим. И плюс еще спрашивают, где видеообзор на спутниковый модем, как я его назвал. К сожалению, у меня рядом с домом вырос тополь большой, и мою спутниковую тарелку обзор вообще перекрыл. Я все не могу залезть на крышу, это достаточно проблематично у меня. Нужно покупать стремянку, но пока лишних денег на нее нет у меня. Один из сервисов мне пообещал помочь в этом деле, но как-то потом пропал. Вот, есть один вариант, где снять. Конечно, я если сниму, то не то, что я хотел, задумывал снимать. Но, скорее всего, скоро сниму, для чего я хотел бы ее использовать. Ну что же, я сейчас иду ставить на тестирование, проверять, все ли 128 гигабайт тут рабочие. Ну и видеообзор, скорее всего, я вам также с ним запишу. И, скорее всего, даже запишу возможность, что можно сделать с такими флешками, чтобы хоть как-то их использовать. Ладно, с вами был Сергей, был со мной рядом эксперт мой маленький Максим. Вам пока, подписывайтесь на мой видеоканал, ставьте палец вверх. Пока, ребят.